I'm alive. Мы идем к бабушке Гали на манты. А, все, Клим уже снял штаны. Ну ладно, не пусть. Ну ладно, не пусть. Лиза, мамочка, в моей юбке смешная. Нет, не надо пачкать, киса. Давай пойдем скорее, то там бабушка Галя уже обижается, что мы не идем никак. И я еще с раздетыми. Да, ногами. А я иду с синтуками в гости. Я бедная, несчастная, потому что я ранена. Все, я умираю. Нельзя так говорить. Ладно. А мальчуганы уже... Уже да? Убежали вперед. Вперед по паровозу. Мамочки, даже бармак красивый. А, вот вкусняшный. А ты будешь бишбармак кушать? Да. Ну, садись. А где бишбармак? Ну, там внизу твои любимые лепешки. Климатька уснул. И Пилька здесь спит. Да, мой хороший, спи здесь. Мака покушается на Климкины макароны. А ну-ка. И Пилька здесь. Они покушаются. Зачем только один кусочек? Все, наелся морковки? Ну, хорошо. А ну-ка, скажи, нельзя. Нельзя. Вот молодец. Получилось. Ну, смеись. Он любит его. Ну, дай ему еще полезать. Много будет съезжать, а ты мне дай другой. Лимон есть еще? Нет, больше нет, тогда этот ешь. Ты хочешь кушать лимон? Угу. Ну дай лизнуть ему, ничего страшного. На. С ручки дай ему, на пол не клади. На, это приманка. Он не хочет. Наверное, наелся. Да, но он не любит кислое, наверное. Мама, ты мне дала сиську, когда я был маленький? Прямо в животике у тебя был. А ты где услышал такое слово? Там. Где? В осло. Это грубое слово. Нельзя так говорить. На мелкой терке тру пармезан. Сюда же натираю яблоко. О, смотрите, он весь лимон уже облизал. Тебе нравится вкус лимона? Ага. Здорово. Здесь пармезан, яблоко. Фарш индейки и обычный говяжий фарш, овсянка, соль, перец, орегано, яйцо. Все это смешиваем и поджариваем. Что-то у моего лимона. Нет, нет, лимона не надо. Ты уже добавила? Формируем котлетки. Маленькие. Это мы внизу птичка вылетает. А там ничего. Сейчас вылетит крокодил. У нас сегодня день без мультиков. Сумасшедший день, да? Ага. Очень громкий. Странно, мама, подгорают котлеты. Я решила вторую. Здесь на гриле не сижу. Деньги. Я. Тут. Тут есть деньги. На другой лавочке. Вещи в счастье. Мама, а покажешь, как... Та-дам!
Ну, в принципе, по-моему, лучше. Сос, хелп. Короче, придется заново мыть, чтобы вторую партию пожарить. Не прикольно. В общем, я уже намучилась с этой гриницей. Не знаю, в чем разница. По мне, так сковородка лучше. Все перемывать. А-а-а! Сковородку помыть однозначно проще. Мне осталось одну партию дожарить. Вот как все это поедет. Клим, ты что такой громкий, а? Безумно вкусные котлеты. Я вообще в шоке. Хоть чуть-чуть и подгорели. Вкусно, да? Ну, ради Клима. Ну, ради Климошки. Ну, ради Климошки. Сина, это не игрушка. Нет, это же опасная игрушка. Можно без руки и без пальца остаться. Пока Соня не приехала, я буду обедать сама. Мама. Ага, кушай давай. А я хотел с колбаской и с сыром это. Нет, колбаска уже слишком. Давай. И с помидоркой. Сначала кусай. Мы с Айбелем пришли в кинотеатр Бекмамбетов Синема на премьеру новую, на предпоказ точнее. Когда не было так много народу, как сегодня. А чуметь, здесь что, сам Бекмамбетов, что ли? Здравствуйте. Я в шоке. Я сейчас буду фотографироваться. А можно мне тоже хотя бы под кадр? Здесь, конечно, грандиозное мероприятие. Я очень... Ну, как никогда, реально. Я очень жалею, что не взяла камеру с собой. Ваши дети, родные, близкие, родители смогут смотреть его на очень красивом казахском языке, дублированном по самым высоким диснеевским стандартам. Поэтому хочу вас поблагодарить. Этот проект особенный. Он не про прошлое. Это не фильм про исторические, про прошлое. Это фильм про нас с вами, про наши сегодняшние проблемы. Это фильм про то, что волнует всех нас в России, в Казахстане, в Америке, в Китае. Всех молодых людей. Всех волнует. Все хотят быть успешными. Алексей Леонов, когда он полетел в космос, ему сейчас 82 года, но когда он полетел в космос, это был молодой парень, такой же, как вы. И у него была мечта в жизни. Он хотел быть первым, хотел покорять, делать то, что до него никто не делал. Отсюда стартовали космические наши корабли, отсюда начиналась наша космическая эра, мировая космические шаги большие были сделаны отсюда. Это большая честь, это гордость. Сейчас как раз по телевизору показывает ту девочку, которая с нами на кастинге была. Так что вот уже подоспела бы наша очередь, да. А Клим? А почему тебя там нет на передаче? Расскажи мне, иди сюда. Потому что я не хочу. Почему ты не хочешь? Потому что я не хочу. Ты бы мог прийти и рассказать динозавров. А вот если бы я в этот телевизор полетел, то если бы я вот смотрел вот прям вот так вниз головой, прям в одиночестве я там был. Нет, ты бы с дядей Галкиным был бы. Надо быть голову. Надо или не надо? Понюхать? Ага. Получил? Вот это да!